Всем привет-привет, дорогие друзья! Привет-привет! Коктейль ТВ в эфире, снова Яша и мой отец Станислав Николаевич. И сегодня Денишка, друзья, на даче. На даче готовим какую-то баранинку. Не знаю, кто в Телеграме подписан, друзья, тот увидит обязательно. А кто нет, тот пропустит этот момент. И винишечка. Сегодня будет у нас вот такое. Не знаю, как фокус настроится. Нифига он не настраивается. В общем, Массандра. Наша уже любимая авторская, да? От канала Влад Клуб. Сира. Сира. Сира, сира, родная наша. Красненькая. Красная, сухая, 13% алкоголя. Я даже уже просто в предвкушении, действительно, друзья, потому что вся линейка авторского вина Массандры нам очень сильно понравилась. Понравилось, да. Действительно, очень классное вино, хорошее, качественное. Именно то, чего охота от крымских вин. Дачный вариант. Вдвоем открываем. Вдвоем. Ну что? Стой, не нужно, только вышло. Внизу? А я же держу внизу вроде. Я уже сверху держу. О, вот для этого мы собрались. В общем, ветер сегодня нереальный, друзья, поэтому решили выбрать вот такую локацию. Оцените наш домик лайком. Как наша часть. Станислав Николаевич все это вручную сам сделал. Как в русских народных традициях, да? Сказка. Сказка. То есть он попивал винишко и читал сказку. Пивасик я попивал. Пивасик, да. Да, получилось. Сейчас получится. Такой пивашка, я не знаю, получится, нет? По-моему. О, получилось. Такие трудности возникли. Это вообще, слушай. А что, в чем проблема? Она не достается. Почему? На, попробуй доставать. Как ты не закрутил ее до конца? Вот, учитесь. За 40 лет научился. В смысле? Так? Или сломал. Кого? А я ее добил. Открывашку? Конечно. Вот такие открывашки не покупайте никогда. У нас прикольно все делали, получился, смотрите. Пробуйте, конечно, как всегда. Ну, вас просто что она какая-то бодрая. Вау. А ведь мы про нее уже все. Забудь про нее, она сломана. Ты зачем здесь ее? Ты запахом. А хочу, вдруг она даст плоды и вырастет получше. Новая открывашка вырастет. Так. Давай, чокнемся. Не чокнемся, а чиз. Читаю. Давай. Российское вино с защищенным, как это красилось, звучало, географическим указанием Крым, сухое красное, сера. 21 год, место происхождения винограда Республика Крым. Состав. Вино изготовленное сорта сера. Пищевая добавка консервата, очиститель диоксид серы. Где все написано? Так, что так считаешь? Главное прочитать, что он сделал, вот и все. А выдержка? Выдержка один год. Ну, а где же? Пойду сюда. У них все так выдерживает. И немножко бочка, я думаю, да? Так что я все понял. Так, ну что, авторская, это значит, сами авторы, винодельные Массандра, да? Авторский рецепт, скажем так. Шпиль Игорь Владимирович и Патаман Андрей Александрович. А он где сделал еще? В Ялта? А, в Ялте. Как в Ялте? Так, ну, это не трогай ее. Здесь это главное не говори. Ты главное не трогай ее. Да. Ну что, за цвет? Обалденный. Черный. Темный, очень темный, да. Очень темный. Нет белый. У нас ничего такого, прям белого. Да нет, очень темный, конечно, вообще. Не просвечивает ничего, абсолютно. Камера не видит. Вау. Колыхнем. Не знаю, как не колыхать, но аромат, конечно, вообще обалденный. Такое брусничное. Угу. Что-то. Брусничное, да, вот так. Такие прямо таежные ягоды такие, да? Там сибирские какие-то, да? Не крымские, а сибирские ягоды. Да.
темные, яркие. Ну, там... сложно, ребята, сложно. Это медведь ходит, и вот в этом месте ягоды. Можно его макать. Ну что, сколько? Это сильно. Это на 70? На 50. Мне очень нравится. Да, это вот подлесок, вот это вот грибочки, очень много ягод. Прямо лес, да? Да. Такой сибирский лес, да? Как бы его хотелось бы представить, да? Жилья, пробую, сейчас кто-то подошел, скинули, побежали. Насыщенно, очень насыщенно. Насыщенно, я думаю, что. Копчености, да? Есть копченки немножко? Ну, какие, да. Давай, сначала. Вы нас все еще смотрите? Не переключайтесь. Танинов сколько здесь. Ё, обожаю, вот я вот такое вино просто обожаю. Да, вот столько танинов. Это прям вот такое бобовое танинное вино. И главное, и кислотности много. Очень много. И танинов много, да? Да. Немножко не в балансе, я бы сказал, да? Как бы всего много. Я чувствую такое ощущение, что у меня зубы красятся. Не знаю. Ну, это просто танин. По ощущениям, да. Да, да, да. Такое вот такое ощущение, что... Я вот крутый, я черноплод налетел. А здесь черноплод налетел на первом месте есть? Да я вот только что ее ел. Черноплод налетел, да. И вот он прямо похож, понимаешь? А это как будто компот из черноплода налетел, да? Да, слушай, черноплод на первом месте есть. Ну, вообще чисто ее ешь. И именно вот даже вязкость такая же, как у черноплодки, понимаешь? Горечь, да? Блин, офигеть. Как ты это точно сказал? Слушай, я только что вот пробовал. Просто обалдел. А ты говоришь, не балансе. Где-то, мне кажется, балансе. Опять танины забивает сильно, понимаешь? Так вот, я про это и говорю, что она немножко не балансе. Танины сильно забивает. Поэтому как бы... А потом кислотность вылазит. Кислотность вылазит в конце. Только она прямо мощненькая. То есть и танины мощные, и кислотность мощная. И вкус, и аромат. Такая прям на максималку, да? Да. Не всем подойдет. Кто хочет такого умеренного винишка, нет, а кто хочет какой-то экстримчик какой-нибудь, жирный баранина, наверное, да? Вот сюда вот что-то вот такое, ласкает баранинка там, жирненькая. Вот как раз, наверное, вот такое-то винишко как раз и пойдет, да? То есть, ну, под еду, да, какой-то, наверное, даже. Сейчас хочу после нескольких глотков кислотность пошла. И очень сильно пошла кислотность. Не, ну это приятно, это очень приятно. Хороший вино. Никогда не думал, что он сам не пил. Ну, я уже понимаю, что там все вина авторские, они хорошие. Очень хорошие вина. Да, то есть. Прямо вот за свою цену, прямо хорошо. Ну, 2000 рублей. 2000 рублей, это замечательно. Это просто замечательно, просто вообще нет. 2000 рублей, конечно, вопрос стоит. А за 2000 рублей, очень классно. Да, хорошо. Да. Наше народное мнение, скажем так, что народ мы народ тоже. Да? Еще и разные поколения, друзья. Да, Массандра вне конкуренции, вне временных каких-то зон, то есть... Конечно, было бы все посолить, что-то мы не потребовали, можно было бы силу купить. Ну, а с чем ты сравнишь ее? С Сирой, с силой тоже. С Крымской? Она везде разная. Но опять же интересно. С Францией? С Францией. Или Австралией. И Южная Африка. Все разные точки. Ну давай вывод. Авторские вины очень хорошо на самом деле. Да. Сира, ну, не совсем я люблю сиру, если честно, да? Как бы не совсем ее слишком яркая. Но да, вот очень яркая. Что-то вот еда. Жирненькая. Хочется мяско. Кушать, ребята, вот сразу жирненькое мяско. То, что нужно, то есть. Да. А вот просто сеть, ну, немножко она терковатая, а хорошо, что-то вот сырка какого-то, блядь. Но вообще идеально. Как минимум. Да. Причем не очень жирно. Круто! Классно, друзья! Ну что, с
всех обняли, приподняли, что ли? Да. Ждем от вас комментариев по поводу вина, сыры и лайки. Насчет народного творчества Станислава Николаевича на заднем фоне. Цена это лестница? Кстати, лестница не его творчество. Нет. Это деда моего. А за это два лайка? Нет, два лайка не заставить. Комментарии. И подписки на наш телеграм-канал, где мы снимаем, как мы готовим, как мы отдыхаем. Ну, потом, если все еще не подписались, я вам сочувствую. Также на канал Влад. Да. Влад, отдельно спасибо. Как это делают? Вот это вот. Сердечко. Владик, я сейчас иду. Далее, позитивную ноте. Пока-пока.